Улицу Воровского в Измаиле переименовали в честь Александра Миломена, героически погибшего на пожаре 2 года назад. 11 января 2015 года в популярном измаильском кафе «У фонтана» произошел взрыв газового баллона. Александр спас своих коллег, получив более 80% ожогов тела. В результате пожара тогда всего пострадали 18 человек. Я отмечу, что также в честь погибшего героя завтра в Измаиле откроют 2 памятные доски.